Начался день безопасности с тревоги. Для отдыхающих была организована тренировочная эвакуация. Пожарные педагоги проследили за действиями детей при сигнале тревоги. Оценили, насколько спокойно ребята вели себя и насколько правильный путь для эвакуации они выбрали. Также огнеборцы оценили действия персонала лагеря. Педагогам и вожатым объяснили, что при эвакуации они должны скоординировать действия детей и убедиться, что все ребята покинули помещение. Отдыхающим он еще раз напомнил действия при эвакуации. Вы все слышали, сейчас мы провели тренировочную эвакуацию, вы все слышали, что такое автоматическая пожарная сигнализация. Чтобы вы понимали, что это такое, вот при появлении такого сигнала звукового, вы должны по команде вожатых покинуть помещение. Самой долгожданной и зрелищной частью Дня безопасности стала демонстрация пожарно-спасательной техники. Пожарные рассказали, чем оснащена пожарная автоцистерна, показали, как в нее подается вода и пена, и продемонстрировали все возможности автоцистерны. Также воспитанникам лагеря показали боевую одежду пожарных и дыхательные аппараты, которыми огнеборцы защищаются от дыма. Все желающие смогли примерить обмундирование пожарных. Также мальчики и девочки смогли посидеть в пожарной машине и сфотографироваться на память. Сейчас в лагере отдыхает более 150 ребят в возрасте от 8 до 14 лет. В ходе летнего сезона пожарные еще не раз проведут такие дни безопасности. Мероприятия проводятся в каждую смену, в каждый заезд смены, в каждом лагере проводятся такие мероприятия. То есть сотрудники надзорной деятельности проводят, также и мы выезжаем на пожарные автоцистерны. По счету у нас 4 лагеря в Собинском районе. 6 мероприятий у нас уже было проведено в лагерях.